Казань прекрасный город, все знают, так сказать, да, тут, ну, естественно, кто жители Казани, жители Татарстана, это, тут нет просто выбора, альтернативы нет, они все приезжают, естественно, к нам в Казанский университет, поступают к нам на Институт геологии и нефтегазовых технологий. Для других, скажем, людей, да, вот из других регионов России, зарубежья, ну, Казань – это особая территория. Я об этом не буду останавливаться много, это все знают, что действительно это город, один из лучших городов России. Вот. И, конечно, я немножко скажу про институт. Почему институт геологии и нефтегазовых технологий? Во-первых, каждый институт, факультет, университет, где обучают нефтяников, геологов, да, он имеет свою специфику, свои особенности. Чем отличается Казанский университет? Во-первых, Казанский университет – это мощнейшая, значит, известная школа геологов. То есть в основе нашего образования лежит фундаментальная наука геология. Основывается она, естественно, на физике, на химии, математике, биологии. Вот. Геологические традиции Казанского университета очень глубокие. И они сегодня вот настолько развиты, настолько уровень геологии, преподавания геологии у нас большой. И поэтому все наши исследования, все наши подготовка специалистов основаны на геологии. То есть, например, есть институты, которые готовят технические специальности. Вот нефтегазовые дела, например. У нас тоже сейчас такое направление образования есть. Готовят там инженеров, которые работают на промыслах, разработке. Мы же готовим специалистов, которые глубоко знают геологию. Это модельеры, которые моделируют месторождения. Люди, которые занимаются петрофизикой, то есть изучают коллектор. То есть с такой глубокой научной точки зрения подходит, значит, добыча нефти и газа. Вот. То есть в основе особенностью подготовки геологов, нефтяников, разработчиков в Институте геологии, нефти и газа Казанского университета – это великолепная подготовка в области геологии. Вот основа. Это что позволяет человеку, скажем, получая такое образование, скажем, в жизни планировать, да? Во-первых, он может работать нефтяником. Работать может на промыслах, в компаниях, в вычислительных центрах, заниматься моделированием месторождений. Но, кроме того, он может заниматься геологией в самом широком смысле этого слова. Начиная вот от палеоклимата, то есть изменения климата, скажем, ближайшие там, последние тысячелетия, до исследования, скажем, Марса. То есть геология, ну, марсология, там, геология – это Земля, как бы геология Земли, а геология Марса – это марсология, так бы, да? То есть вот такой широкий диапазон. То есть все эти исследования, они у нас есть, и все эти направления, они у нас существуют, есть, работают, есть аспиранты, есть магистры, которые пишут свои диссертационные работы вот в этих направлениях. То есть это очень широкие возможности. Вот. В этом особенность Казанского университета. И то, что действительно хороший университет, хорошее образование фундаментальное, то есть это физика, математика, химия, геология. И, естественно, вот эти, самые современные направления в разработке нефти и газа, в поисках нефти и газа, в геологии нефти и газа, в петрофизике, в инжиниринге резервуара, в моделировании резервуара, моделировании разработки. То есть все это основано на том, что вот мы сегодня ведь не просто институт геологии и нефтегазовых технологий. У нас существует такой консорциум, такая кооперация, так называемая стратегическая академическая единица, куда входят 7 факультетов на самом деле. Да? Это физики, все математики, айтишники, химики, биологи, вот, экономисты, юристы, по сути дела. Да? И вот этот консорциум, он занимается проблемой добычи, транспортировки, нефтепереработки и нефтехимии с точки зрения вот всех этих фундаментальных наук. И поэтому наш человек, наш специалист, который учится у нас, бакалавр получает фундаментальные знания, основы, а магистр, он получает возможность получить компетенции вот в этой широкой области, которая включает в себя вот все эти смежные направления. То есть вот буквально в феврале пройдет семинар, например, совместно с Татнефтью, с нефтяными компаниями, где мы будем изучать, где будут присутствовать наши магистры, юридические вопросы нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии. А их очень много сегодня. Вот. Другой семинар посвящен экономическим вопросам. То есть они тоже междисциплинарные, скажем. Как, например, предсказать, сколько будет стоить нефть там, через полгода, например, через 5 лет, через 20 лет, например, сколько может стоить. Да? Это можно сделать с какой-то вероятностью, с достаточно большой вероятностью, если глубоко разбираться в этой проблеме. Вот. Сегодня есть, например, такие идеи открыть магистратуры в области специалистов, экспертов в области нефтегазового дела, то есть люди, которые знают, скажем, что будет происходить с нефтегазовой отраслью, скажем, через 2 года, через 10 лет, через 30 лет. Вот. Но насколько эти специальности востребованы, пока неизвестно. Но то, что мы можем эти знания дать, вот такой широкий круг. Вот сегодня, например, мы работаем с физиками, создаем новые приборы для исследования скважин. Работаем с химиками вместе, это вот в рамках стратегической академической единицы, мы создаем технологии, которые будут через 15-20 лет главными технологиями нефтедобычи. Это так называемая подземная переработка нефти. То есть мы нефть, эту тяжелую вязкую нефть, не добываем, скажем, а прямо под землей перерабатываем, доводим ее до какого-то кондиционного состояния и добываем, скажем, 80% нефти, которая есть в пласте. Это такая сверхзадача, но она вполне решаемая. Это фактически помещать завод по нефтепереработке под землю. Это катализаторы, система нагрева, охлаждения, значит, перетоков. То есть это целый завод под землей. И вот сегодня уже мы учим магистров, как это нужно делать. Элементом этого дела. Да? А через 10-15 лет, знаете, вот 80% добываемой нефти, это будет вязкая и тяжелая нефть. И чтобы ее добыть, уже нельзя будет использовать те технологии, которые сегодня применяются. Ну, во-первых, вот эти стратегические академические единицы, мы их создали 4 в рамках университета. Одна связана с медициной, другая связана, значит, с энергией и материалами, называется «Эко-нефть». Третья связана, значит, с космическими вызовами. Значит, четвертая связана с образованием. То есть вот это 4 направления, которые, как мы считаем, очень сильно повлияют на человечество в ближайшем будущем. Понятно, что здоровье – это проблема номер 1, проблема энергии, материалов и экологии – это проблема номер 2, естественно, да, если нумеровать. И вот, скажем, освоение космоса, космического пространства, скажем, использование космических технологий на Земле, использование результатов космической деятельности на Земле, да, и, естественно, конечно, фундаментальные исследования, связанные там с нейтронными звездами, там, да, со структурой Вселенной, там, развитием, эволюцией Вселенной. Вот эти вопросы очень интересные. И, конечно, важнейший вопрос – это образование. Как будет трансформироваться образование в ближайшем будущем? Потому что сегодня на наших глазах происходит революция в области образования. То есть сегодня ценность информации колоссально изменилась. Сегодня вы можете не учить там какие-то стихи, там, да, зайти быстренько в интернете, открыть и, так сказать, прочитать их. Да? То есть вы можете надеть какие-то очки и увидеть, посмотреть на человека, и на экране вот с другой стороны очков увидеть все об этом человеке, узнать. Да? То есть отношение к информации колоссально меняется. Информация – это в чем-то основа образования. Да? И, конечно, образование само тоже будет трансформироваться. Вот эти вопросы мы исследуем вот в этом 4-й стратегической академической единице. Вот. Я расскажу про Эко-Ойл. Это стратегическая академическая единица, связанная с энергией и экологией в будущем. Почему энергия и экология связаны? Потому что добыча энергии, использование, значит, энергоресурсов, оно связано с экологией, это загрязнение окружающей среды. Яркий пример – это уголь. Сегодня Китай получает 70% своей энергии за счет сжигания угля. А Соединенные Штаты Америки, великая держава, которая все время говорит, что нужно использовать возобновляемые источники энергии, 25% своей энергии получает за счет сжигания угля. А уголь – это самое грязное топливо. Это гигантское количество, это смог. Это огромное количество радиоактивных элементов, тяжелых металлов, которые поднимаются в воздух вместе с этим вот углекислым газом. И, конечно, сам углекислый газ. При сжигании любого топлива возникает углекислый газ, который влияет на климат. Сегодня уже ни для кого не секрет. Я думаю, что все люди понимают, что происходит изменение климата. Насколько они глобальны, насколько они катастрофичны, мы пока не представляем. Но то, что они происходят, и если их прогнозировать, то мы можем увидеть в ближайшем будущем действительно катастрофические изменения климата, изменения окружающей среды, связанные с этим делом. То есть это изменения и производства сельскохозяйственной продукции, это и условия проживания, опустынивание территорий. То есть масса вопросов связана. Это миграция населения. Да? Совершенно очевидно, что вот, это будет влиять, хотя мы говорим, мы сегодня можем бороться с окружающей средой, мы можем построить дома теплые, там, да? Тем не менее, скажем, не урожай там, минус 30%, скажем, вот, значит, в арабских странах, там, в странах, значит, Среднего Востока, привел к тому, что началась колоссальная миграция населения. Это война, это, значит, разные процессы политические, это миграция людей в Европу. Вот это мы наблюдаем, это, по сути, первые, значит, проявления вот этого глобального изменения климата на самом деле. Это не просто политика. Все всегда, так сказать, связано с природой. Мы пока, к сожалению, против природы, может, к счастью, мы против природы ничего не можем сделать. Да, природа настолько огромная, велика и мощна, что мы вряд ли сможем сегодня, скажем, изменить это дело. Да? Но уменьшив сжигание органического топлива, можно уменьшить, значит, приток углекислого газа в атмосферу и, естественно, и попытаться изменить, скажем, в будущем, вот, убрать те катастрофические последствия, которые могут быть вызваны тем, что если мы будем продолжать в таком же темпе сжигать углеродное, значит, органическое топливо, что там, в ближайшие 30-40 лет мы получим катастрофу. Это как бы посчитано, всем известно. Да? Поэтому нам нужно искать другие виды источника энергии или как-то уменьшать выделение углекислого газа и вредных выбросов в атмосферу. Вот. С другой стороны, мы нуждаемся в все большем и большем количестве энергии. Скажем, в ближайшие 10-15 лет количество энергии, которое нам необходимо, должно удвоиться. И, естественно, мы должны получать сжигать нефть, мазут, уголь, газ и увеличить, так сказать, приток углекислого газа в атмосферу и выбросов. Вот. И поэтому вот на основе вот этих вот глобальных вызовов мы создали эту стратегическую академическую единицу, мы назвали ее «Эко-Ойл», то есть это экология и нефть, как бы углеводороды, да? Вот. И задачей вот этого консорциума является создание новых экономичных, экологичных и энергоэффективных технологий для разработки и переработки нефти и газа, углеводородов, по сути дела. Да? Вот. Здесь существует несколько путей. И вот мы работаем по всем направлениям. В том числе последние, значит, появились такая тенденция. Это переработка угля. Природный газ под землей, скажем, да? То есть углехимия, так называемая, да? Вот. Это тоже очень интересная область. Но мы сегодня достигли буквально за 3-4 года огромного прогресса в области, которую мы называем подземная переработка нефти. Это, по сути, создание заводов под землей, которые перерабатывают нефть. Не то, что мы перерабатываем ее, там, доводим до пластмассы, там, превращаем пластмассу, там, каучики, да? Нет, конечно. Мы облагораживаем нефть. Дело в том, что сегодня жидкие нефти, значит, запасы жидких нефтей тают на глазах, потому что та добываемая нефть, которую мы сегодня вот потребляем, она в основном добывается сейчас нефти, которая является жидкой. Но запасы тяжелой нефти, которая остается в земле, они с каждым годом процент их увеличивается, да? Вот. И буквально через 10-15 лет этих запасов будет до 80%. То есть мы начнем добывать серьезно. То есть это будет 50, 60, 70, 80% добываемой нефти. Это будут вот эти твердые, вязкие, значит, тяжелые нефти. Чтобы их добыть, их надо нагреть, по крайней мере, хотя бы. Да? Вот для этого мы используем не просто нагрев, но мы используем катализаторы. То есть мы хотим сделать крекинг этой нефти, то есть изменение ее свойств, необратимое изменение ее свойств уже под землей. Для этого мы уже создали целую серию катализаторов, значит, используем эту технологию, уже вот применяем вот в Татнефти сегодня. Вот в Китае вышли, в Колумбии, то есть вот работаем с компанией «Лукойл». То есть интерес к этому огромный. И в ближайшие 10-15 лет эта тематика, она будет очень актуальной и будет, значит, технология будет использоваться в значительной мере. Вот. И, конечно, подготовка специалистов, вот она тоже в этом направлении работает. То есть мы сегодня готовим специалистов, магистров уже, которые нацелены вот на создание технологий, на использование технологий некоторых из них, которые уже сегодня мы внедряем в практику. Знаете, вот если посмотреть цифры, к сожалению, говорят другое. Я не против, я за возобновляемые источники энергии, конечно, потому что ветер, солнце, значит, другие гидроэлектроэнергии. Например, Латинская Америка на 75% обеспечивает себя гидроэлектроэнергией, электричеством, которое вырабатывается за счет, значит, гидроэлектростанций. Это здорово. Я, конечно, за это. Да? Но сегодня такой простой вопрос стоит. Хорошо бы исключить уголь хотя бы, да? Это вот газом заменить его, да, на сегодня. Почему? Потому что в тех же самых Соединенных Штатах возобновляемые источники энергии сегодня занимают долю меньше 1% вот, потребляемой энергии. Да? Есть страны Европы, где ветер достаточно используется, ветровая энергия используется, да, это вот Дания, Германия начинает использовать. Да? То есть где есть возможности для этого дела. Да? Вот. К сожалению, самые такие вот оптимистичные прогнозы говорят о том, что где-то к 35-40 году около 15% энергии, потребляемой в мире, может быть выработана за счет вот, возобновляемых источников. То есть это солнце, вода, движение воды, ветер. Вот. Ну, другие есть масса, значит, возможностей. Да? Я абсолютно убежден, что в какой-то момент мы полностью, скажем, придем к тому, что будем использовать возобновляемые источники энергии. Да? В том числе вот много говорят о термояде, хотя там тоже колоссальное количество проблем, хотя это тоже достаточно, ну условно чистая, так сказать, энергия такая, и она, конечно, сырья для производства этой энергии громадное количество. На Земле содержится, на Луне содержится, там, то есть можно это найти сырье, да, вот. Я бы очень хотел этого, но, к сожалению, в ближайшие 50 лет мы вынуждены будем использовать углеродное топливо. И поэтому, конечно, нам нужно думать об этом. То есть нужно сделать это топливо экологичным. То есть добыча его должна быть экологичной. Использование его должно стать экологичным. И для получения энергии, и для получения материалов. Вот чем мы занимаемся. И, конечно, нельзя сейчас говорить, что давайте не будем этим заниматься. Тогда мы полностью загадим нашу планету. Зальем ее смогом, там, грязью, в общем, тяжелыми металлами из угля. Если мы будем так подходить, мы обязательно должны заниматься углеродным топливом. Мы должны обязательно сделать его экологичным, добычу и переработку. Это обязательно. Мы принимаем на бакалавриат по двум направлениям. Это геология и нефтегазовое дело. Ну, геология – это там 4 направления. Это геология, геофизика, инженерная геология и геология, геохимия, нефти и газа. Вот. На самом деле, если человек хочет стать нефтяником, работать вот в нефтяной промышленности, заниматься разработкой, исследованием резервуаров нефтяных, да, он может пойти и на нефтегазовое дело, и на геологию. То есть такой выбор есть. Нефтегазовое дело – это более такая инженерная специальность, где человека обучают, как добывать нефть. То есть этот человек будет работать на промыслах, в компаниях нефтяных, так, заниматься разработкой нефти и газа. Строительство скважин, там, бурением в том числе, да, то есть вот сопровождением всяких процессов, вот, технических процессов. Это работник такой более инженерный, такой работник, да. А человек, который поступает и завершает направление геология, бакалавриат, это человек, который занимается геологией в самом широком смысле этого слова. Но в том числе он тоже может стать нефтяником, закончив бакалавриат по направлению геология и геохимия горючих полезных ископаемых. Вот. Но он уже будет больше геологом, он будет знать, что такое резервуар, что такое песчаники, что такое коллектора, как они устроены, как нефть движется в порах, как вода и нефть взаимодействуют, как нужно, значит, как вот это вот процессы заводнения, процессы использования полимеров разнообразных, там, химикатов разнообразных влияют, взаимодействуют с горной породой, и он будет больше понимать, как устроен разрез скважины, как устроен резервуар, что такое покрышка. То есть это работник более нацеленный на геологию. Но он тоже будет, точно так же может работать на промыслах, нефтяных компаниях, на инженерных специальностях. То есть вот как бы другие специалисты, которых мы выпускаем, например, геологи, да, это просто геологи, геология просто, значит, профиль геология, направление подготовки геология и профиль тоже геология. Это геолог широкого профиля, он может работать в рудных компаниях, то есть заниматься золотом, рудными ископаемыми, алмазами, скажем, строительными материалами, песчаником, который сегодня... Вот, ну, самые, кстати, ходовые полезные ископаемые – это известняк, глина, песчаник, песок. Да, вот, это вот те материалы, которые мы используем в гигантских количествах. Все думают, что это вот такая, что нефть, там, золото – это самое главное. На самом деле, самые огромные объемы, которые мы используем, и, в общем, в деньгах тоже так громадные объемы, это вот простые такие полезные ископаемые, которые мы потребляем в гигантских количествах, на самом деле. Да? Вот. Другой тип специалиста – это геофизики. Это люди, которые занимаются физическими полями Земли. Это они могут использовать свои знания, значит, в области каотажа скважин, то есть использовать, значит, исследования скважин, в том числе для нефтяных целей, для целей, значит, добычи и использования воды, других полезных ископаемых. То же самое они могут работать, скажем, в научных учреждениях, заниматься, там, скажем, развитием методов геофизики, сейсмикой, там, гравикой, магнитным полем Земли, там, заниматься разными другими вещами могут заниматься. Да? Вот. И очень интересный профиль – это инженерная геология и гидрогеология. То есть это люди, которые проектируют, значит, расположение зданий, фундаменты всякие, да, то есть как устроены грунты, где можно строить большие здания, где нельзя строить, где будет влиять землетрясение, не будет влиять землетрясение. И в то же самое время это люди, которые занимаются водой. На самом деле вода – это самые полезные ископаемые, да. Через 10-20 лет вода будет, наверное, ну и сегодня вода уже дороже нефти, как бы, да, но через 20-30 лет проблемы в мире, политические проблемы будут не из-за нефти, а из-за воды. Из-за пресной, чистой воды. Это проблема, потому что энергия, мы можем опреснить, конечно, воду из океанов, так, использовать, но это требует огромное количество энергии, но люди любят потреблять всегда чистую воду, настоящую натуральную воду с определенным набором, значит, микроэлементов, компонентов различных, да. И причем это должна быть вода чистая и полезная. Вот. Это вот тоже очень интересное направление, профиль такой. Вот эти люди будут работать в геологических компаниях, скажем, в экологических компаниях, скажем, в частных компаниях. Вот очень многие направления, профили, вот геология, геофизика, инженерная геология, также и значит, геология и геохимия геологических ископаемых, мы в то же самое время готовим наших выпускников к тому, чтобы они могли открыть собственный бизнес. Потому что сегодня очень много мелких вопросов, которые в будущем станут большими вопросами, которыми большие компании не занимаются. Потому что большие компании направлены на прибыль, и очень часто в их недрах нет места таким маленьким проектам, которые можно было в частным компаниям развивать, двигать, а дальше, так сказать, вырастать большие компании, и, может быть, дальше продать их большим компаниям, я не знаю. Это система такая бизнеса. И мы тоже готовим наших студентов вот к этой работе тоже. Вот качество, без сомнения, повышается. У нас балл, значит, в прошлом году проходной, минимальный балл по бюджету был, значит, больше 190. Это 194, 195 где-то был балл такой, да? Вот. Я думаю, что в этом году он должен повыситься, потому что у нас конкурс каждым годом растет. Вот он где-то на 5 единиц каждый год растет. Вот. Это минимальный. Средний балл был где-то около, значит, в бюджете 200, значит, 210, выше 210, по крайней мере. Средний балл был. Вот. Это неплохо. Хотелось бы, конечно, получше. Но тут вопрос двоякий, да? Почему хотелось получше? Потому что мы хотим, да, нашим студентам давать больше физики, математики, химии, потому что очень важно фундаментальные знания получить получше, так сказать, да? Чтобы, так сказать, дальше быть успешным вот, в бизнесе, в карьере. К сожалению, конечно, низкий балл он не позволяет очень сильно нагружать, так сказать, приходится много народу отчислять, там, в общем, ну, хотелось бы балл получше, конечно, получить. Ну, конкурс у нас большой, хороший, не жалуемся, хотя у нас вот бюджетных мест в этом году всего 90 мест, но мы еще где-то так вот 90-100 человек берем на платной основе. Но не больше, потому что мы тоже не хотим понижать, значит, балл от студентов, которые поступают, уровень студентов, которые поступают. Но в целом за последние 3-4 года очень сильно повысился уровень студентов. Ну, знаете, вот мы не будем, наверное, сильно дробить вот, в профиле в бакалавриате, да, потому что я считаю, что нужно человека хорошо научить, и чтобы он потом смог сам построить свою траекторию в карьере, используя какие-то дополнительные образования, там все такое, да. То есть сейчас готовить специалиста под конкретный вот кранник, ну, знаете, мне кажется, бессмысленно это, да? Тем более в университете. Конечно, это можно сделать, мы можем это сделать. По заказам предприятия мы так и делаем. То есть мы готовим конкретное предприятие, он едет на практику, там конкретную вещь изучает, мы ему помогаем в этом очень сильно. Но я полагаю, что мы студентов будем обучать все-таки более такому широким возможностям. И вот, знаете, последний год у нас такой лозунг. Мы не просто готовим специалистов для нефтегазовой отрасли, да? Мы готовим людей, которые способны стать успешными и счастливыми. Это вот не зря вот, да, такой лозунг мы приняли. Что это означает практически, на самом деле? Что это означает? Почему вот об этом говорим? Потому что самый главный товар наш, который мы выпускаем, это выпускники. И мы, конечно, хотели бы, чтобы они стали успешными. То есть снаружи они стали бы там директорами, не знаю, там какими-то выдающимися учеными, специалистами, которые востребованы во всем мире. И с другой стороны, они стали счастливыми. То есть у них бы был бы вот внутренний такой консенсус, да, внутренняя такая гармония наступила бы. То есть внешняя и внутренняя гармония наступила бы такая, хотелось бы. Что мы для этого делаем? Мы для этого стараемся делать все. Что значит все? Да? Вот, во-первых, мы обучаем студентам, как нужно вести себя. Как нужно выступать, как нужно представлять, делать презентации, как нужно работать в коллективе, как общаться с людьми, как управлять коллективом. Вот эти знания, которые, раньше мы думали, что они сами их наберут где-то по дороге, да? На самом деле сегодня мир такой конкурентный, конкурентность гигантская на рынке, на производстве, да? И я думаю, что нужно все-таки студентам давать эти вещи сразу. Значит, из рук профессионалов, чтобы он там сам не ходил, учился. И еще одна такая вот черта, которую мы хотим привить студентам, это способность учиться на протяжении всей жизни. Вот сегодня мы создаем, мы их уже вовлекаем, студентов, вот в эти структуры. Вот у нас великолепно существует Центр дополнительного образования. Мы ежегодно около 800 сотрудников компаний обучаем разным новациям. То есть, 800 человек из компаний, геологи, там, разработчики компаний, всех компаний. Не только российских, кстати, зарубежных тоже. Вот, очень много иракцев, кубинцев прошло через наш центр. Да? Это не только наши работники, которые работают в нашей компании за рубежом. Вот. Казахстан, естественно, конечно, наши все ведущие компании. Роснефть, Лукойл, Татнефть, значит, и все другие компании, все проходят. Вот. И мы студентов наших тоже вовлекаем. То есть, какие-то вещи, которые не даются в общем курсе, мы даем вот через этот центр. То есть, например, наши студенты к третьему курсу уже имеют книжку. Он может работать, скажем, лаборантом там где-то на химпроизводстве, на нефтяном производстве. Да? Может работать оператором добычи нефти. Потому что человек приходит на практику, ему говорят: ты кто? Я говорю: студент. А что ты умеешь? Ну, я, говорит, вот знаю там математику, знаю общую геологию, знаю вот основы добычи нефти и газа. Он говорит: а у тебя есть какая-нибудь книжка? Ты можешь что-нибудь кранники вертеть, там, клапаны переключать? Он говорит: нет. А наш студент говорит: у меня, говорит, вот есть книжка, я, говорит, оператор добычи там последнего разряда. Он говорит: о, давай сюда. То есть, вот это тоже очень важно. Это мелочи, на самом деле. Да? Но человек в своей профессии, в своей карьере должен пройти снизу доверху. То есть, невозможно обучить, вот, взять школьника, который вышел, дать ему, значит, знание менеджера и поставить его директором завода. Да? Это невозможно. Директором завода может стать человек, который, естественно, имеет MBA, там, обладает навыками, скажем, управленца, но он должен прекрасно знать с самого низа все этапы вот этого процесса, тогда он будет успешным руководителем. Вот я тоже полагаю, что студенты наши должны пройти вот все это, и вот это мы стараемся дать. То есть, вот тот лозунг, когда мы говорим, что мы хотим, чтобы наши выпускники стали успешными и счастливыми, и были хорошими специалистами, вот это очень важно, мне кажется. Вот мы сейчас это делаем.